Всем, кто уже проснулся, горячий вкусный привет! Вы смотрите «Хрю-шеф»! Это рубрика для тех, кто любит готовить. И не боится пробовать что-нибудь новое и неожиданное. Так-так, ребята, кажется, Инна что-то задумала. Да, я узнала рецепт одного интересного завтрака, и теперь хочу попробовать его сделать. И что же это такое будет? Печеный батат с начинкой. Батат хоть и называют сладким картофелем, однако он имеет мало общего с традиционной картошкой. На самом деле это лиана с красивыми листьями в форме сердца. Его клубни отличаются большим разнообразием расцветок. От белых и желтых до ярко-розовых, оранжевых и даже чернильно-фиолетовых. Значит, нам нужен батат, правильно? Да. Знаешь, что это? Конечно. Это сладкий картофель. Вот, пожалуйста. А что еще? Так, еще. Еще нужно арахисовое масло, кленовый сироп, один банан, голубика и ореховая крошка. Как-то у меня не сходится картофель и арахисовое масло. Ты уверена? Да, ты же сам сказал, что батат – это сладкий картофель. Я уже практически чувствую это сочетание. Поверь, будет вкусно. Ну ладно. Вот. Спасибо, Хрюшенька. Давай начинать. Давай. Батат мы запечем в микроволновой печи, прямо в кожуре. Смысл в том, чтобы он изнутри стал мягким. В кожуре. Значит, батат должен быть мытым, правильно? Угу. Все овощи и фрукты нужно обязательно мыть перед приготовлением. Так, делаем несколько проколов вилкой. Так. И еще разок. Все. И ставим запекаться. И пока батат будет готовиться, мы с тобой нарежем банан. Здорово. В зависимости от вида, мякоть батата по вкусу может напоминать дыню, тыкву и даже банан. Батат едят свежим, жареным, вареным и запеченным. Из него делают сахар, муку, крахмал, чипсы, каши и различные сладости. Китайцы называют его плодом долголетия, ведь батат содержит много антоцианов, веществ, улучшающих зрение, кровообращение и работу мозга. Итак, батат готов. Видите, каким он стал? Мягким. Инна спокойно берет батат в руки, потому что мы его уже остудили. А вы будьте внимательны и после приготовления тоже обязательно подождите, пока батат остынет. Правильно, чтобы не обжечься. А теперь мы разрежем батат и наполним его начинкой. Банан нарежьте кружочками, а батат проколите вилкой в нескольких местах и запеките в микроволновке до готовности. Остудите, надрежьте вдоль и наполните начинкой из арахисового масла, кусочком банана и ягод голубики. Сверху полейте кленовым сиропом и посыпьте ореховой крошкой. Ну что, Хрюш, давай пробовать? Давай! Так, интересно. Можно я первое? Можно. Хорошо, мне так интересно. Это еще вкуснее, чем я думала. Хочешь тоже? Ой, конечно хочу, конечно. Давай. Так. Держи. Вот это да! Вот это вкус! Вот никогда бы не подумал, что можно приготовить картофель вместе с бананами. Фантастика! Поэтому приготовление еды – это очень интересное занятие. Представляешь, сколько можно придумать разных сочетаний? Ага, хватит на много-много передач вперед! Точно!
Так что, дорогие друзья, следите за нашей рубрикой и не пропускайте новые рецепты. Чао, какао, друзья! Скоро увидимся!